Всем привет! Сегодня у нас челлендж со стаканами! Начинаем по старшинству. Начинает у нас Саша. Надевает один стаканчик на другой и строит башню. Башня строится до тех пор, пока она не упадет. У кого в башне будет больше стаканчиков, тот и выиграл. Давай, Саша, по одному стаканчику. Начали! Так, 12-й, да, стаканчик? 12 стаканчиков. 12. Сейчас очередь Андрюши. Ну что, Андрюш, давай, начинай. По одному стаканчику. Давай, делай башню. Как Саша. Тринадцать. 14. В первой части нашего челленджа победил Андрюша! Давайте Андрюше поаплодируем. Молодец, Андрюша! Вторая часть нашего челленджа такова. По переменке ребята составляют башню по одному стаканчику. Кто стаканчик оденет и башня упадет, тот и проиграл. Поняли все? Да. Давайте по переменке. Кто начнет? Саша, да, начнет? Давай. Саша, Андрюша. Андрюшка проиграл в этот раз. В первой части Андрюша победитель. Давайте Андрюша тоже похлопаем. Вот. А во второй части Саша победитель. Андрюша, похлопаем Саше. Давай. Ребята, если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями в своих социальных сетях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Саши и Андрея. Всем пока!